колени склоняю в молитве к Отцу, но слов для молитвы никак не найду. Сегодня спешу я, дела, суета, ведь скоро придут для платы счета. Молиться нет времени, надо спешить. Так много работы, Спаситель, прости. Лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей. Нет времени доброе слово сказать, нет времени бедным любовь оказать, нет времени ближним сказать про Христа. И каждый ведь занят не меньше меня. Когда занят я, и это теперь мой обычный ответ. Нет времени, надо повсюду поспеть, но время пришло наконец умереть. Пред Божьим престолом я должен пристать. Смущение не в силах я взора поднять, но чувствую взгляд суди на себе, и держит Господь книгу жизни в руке. Слышу я голос: во тьму отойди, я имя твое не могу здесь найти. Тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не умел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне. Но как хорошо, что всесильный судья не так рассуждал, как ты, друг, я. Молиться нет времени, надо спешить, так много работы, Спаситель, прости. Лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей. Будет уроком для всех нас, друзья, что время имели и ты, друг, и я, сказать о спасении всем людям спеши. Молись постоянно, живя не греши. Для Бога всегда будь удел, что в жизни для ближних ты время имел. Тогда тебе скажет Бог: да, в книге моей давно ты записан, войди
поскорей.